Здрасте! Всем, друзья, привет, уроненьки! У нас очередная подборочка модов для 19-й фермы. И да, полезные моды, о которых, может быть, кто-то не знает. В общем-то, погнали! Первый, друзья, мод на сегодня у нас блокирует поворотную ось на прицепах, если она есть. Не знаю почему, но выпилили эту стандартную функцию из 19-й фермы. В 17-й она была по дефолту. Если мы возьмем какой-нибудь вот такой вот, например, прицепчик стандартный или вот такой вот прицепчик. Давайте маленький купим за 8500. У него есть вот такая вот поворотная тележка, которая, в принципе, немножко помогает заходить в повороты, если вы едете передом. Но если вы сдаете задним ходом, то парковаться с такой штукой на самом деле это просто боль и невыносимая. Ну, в общем-то, я умею это ровно делать, более-менее, но это тяжело. Но чтобы избавиться от такого вот злоключения, можно заблокировать эту самую поворотную тележку. Только надо, да, сначала выровнять прицеп, конечно же. Кнопочкой Y это можно сделать. Кстати, вот в F1 всегда написано, какими кнопками что делать. Но почему-то всегда спрашивают, что за кнопка делает то или иное действие. Поэтому блокируем тележку. И когда мы теперь будем сдавать задним ходом, она не будет ломаться, и ее без проблем можно припарковать в любое место, которое захотите, и заехать просто куда захотите, да. Второй мод на сегодня тоже довольно полезный, называется Vehicle Straps. Что он умеет делать? Он блокирует, точнее закрепляет технику на трале, чтобы она оттуда не упала. Давайте купим трал, низкорамник точнее. Пускай будет вот такой, и возьмем к нему какой-нибудь грузовик, который еще и быстро ездит. Например, у меня тут Scania подключено в модах, отлично. И загоним наш вот этот вот трактор на трал. Да, трактор здесь не помещается вместе с тралом, поэтому загоним только тележку. Возможно, его можно расширить, не хочу даже сейчас разбираться. Подцепляем вот это вот дело обратно. И теперь по кнопочке Left Control S мы ее нажимаем. У нас здесь, кстати, появляется информация, что у нас одно транспортное средство находится на трале с массой 3,8 тонны. И около колесиков появляются вот такие вот противооткатные упоры. И теперь, если мы какой-нибудь пьяный водитель и ездить мы не умеем, или ездим мы на клавиатуре, например, и постоянно вот так вот это все дергается, не умеем в повороты заходить. Ну, например, знаете ли, всякое дерьмо в этой жизни случается. Ну и если мы на большой скорости входим в повороты, то ничего вообще не происходит, и то, что мы сюда закрепили, оно не падает, как это в принципе и должно быть. И не надо будет потом ловить это все дело, загонять. В общем-то, довольно полезная штука, как по мне, так must have. Следующий мод на сегодня у нас называется Map Object Hider. Эта хреновина помогает убирать с карты предметы, которые вам мешают. Например, я не знаю, лежит камень между двумя полями и мешает вам объединить поле. Или еще какой-нибудь. Или просто он мешает вот вам разворачиваться, вы поле убираете, вам столб мешает разворачиваться. Его можно отсюда выпилить. Опять-таки по кнопочке H или H или русская Г. Мы нажимаем на кнопочку «Скрыть», и он отсюда исчезает. Самый прикол этого мода в том, что, по сути дела, он его на самом деле не убирает с карты, он его записывает в специальный файлик, и если этот файлик удалит, то все вернется на свои места. Также можно удалить и дерево, которое вам мешает. Правда, почему-то про дерево он у меня спросил, хочу ли я, а про столб не спросил. Также можно посмотреть список весь объектов, которые мы удалили. А, дерево удаляется нахрен, а фонарик можно восстановить. Понятно, почему он про дерево спросил. Дерево восстановить нельзя будет, а всякие объекты, фонари, здания, камни, ну то, что на карте, грубо говоря, присутствует, это все дело появляется в списке. Вот эту штуку, наверное, тоже можно удалить, нет? У нее нет коллизии, поэтому ее нельзя удалить. В общем-то, вот это вот все дело можно реально, можно без проблем все посносить, если вам что-то мешает. А если что-то сделали лишнее, то вот бордюр я, например, сейчас снес, вот цементный бордюр, прикольно. Его можно без проблем восстановить, и он будет здесь обратно. В общем-то, если что, кому надо, то полезная вот фигня, да. Еще один, друзья, полезный модик называется Horse Helper. Он появился чуть ли не на релизе 19-й фермы, но им мало кто пользуется, потому что эта функция есть в глобале. А большинство людей играет с глобалом. Я же, например, играя на золотом колосе, не ставлю глобал, потому что он там нахрен не всрался. Хотя и с лошадьми я там не играл, но, в общем-то, эта штука может помочь. Грубо говоря, это автовыгул лошадей. Потому что в 19-й ферме добавили лошадок, и вроде как это довольно интересно, но их надо выгуливать. А выгуливать 8 лошадей с каждым
каждой по 2 минуты просто 16 минут кататься, это с одного загона. Просто кататься на лошадках — это наитупорылейшее занятие, которое только можно было придумать. Поэтому, в общем-то, давайте поставим лошадок, загон для скота. О, выгон для лошадей. Маленький, сюда вот сунем. Вот сюда, вот отличное место. Погнали, купим этих самых лошадок. Только где это делается? Это вот здесь, скорее всего, делается. Нет, вот здесь это делается, да. Покупаем лошадок, здесь 8 штук. Вот, 40 тысяч. И сейчас, если мы посмотрим в меню, то у них стоимость 2 900. Ну, вы знаете, как работают лошадки. Вы их кормите, выгуливаете, и они постепенно дорожают. Ценник доходит до 50 тысяч, вы их продаете в 10 раз дороже, чем раньше. Так вот, этот мод, мы сейчас мотнем время. Как-то прям сильно долго оно мотает. Бздынь, 12 часов наступило. Смотрим на наших лошадок, и они подешевели, потому что они голодные. Ха. Ладно, раз их надо покормить, значит, мы их покормили. Боже, чем я вообще занимаюсь и нахрена? Короче говоря, мы покормили наших лошадок, они теперь будут счастливы. Ценник у них 2600 за штуку, и мы опять мотаем время. Вообще, наверное, неплохо было бы еще и сено подсыпать. То я про это забыл. И ценник у них, кстати, уже подрос из-за того, что они накормленные, сытые и довольные. И оп, 7000 они стоят на второй день. Потому что выгулились. Если мы посмотрим меню животных, оно уже на 15% эти самые лошадки. На следующий же день, оп, у них еще ценник подрастает. Они уже 25% выгулены и стоят они уже 13 тысяч. Ну, короче, понятен смысл. Чуть дождь пошел, ну твою ж мать, а. Короче, вот такой вот полезный модик. Четвертый мод, друзья, на сегодня называется Refresh Contracts. По сути дела, бывает так, что вы то ли промотали время, и у вас контракты не обновляются, то ли вы все поделали, и по факту, ну, есть же чем заниматься на чужих полях. Добавляется внизу такая кнопочка Refresh Contracts, я не помню на клавиатуре, что она... На клавиатуре она X обозначает, но я на геймпаде играю. Нажимаете ее, и у вас заполняется список контрактов на все поля, грубо говоря. Можно ее там понажимать, тогда она забьется. Если есть работа, просто она не появляется. Потому что контракты обновляются в определенное время, в какое-то там то ли раз в 4 часа, то ли еще как-то. Ну, в общем-то, если хотите это дело ускорить, то есть кнопочка. Вот так вот, в двух словах, да. А вот получается и все на сегодня. Как-то я что-то сбился со счета, думал, что я... В общем-то, да, вот она, пятерочка сегодняшних модов. Пишите ваши комментарии по поводу всего того, что вы сегодня увидели. Может быть, вы знаете какие-нибудь еще полезненькие моды, которым можно уделить, скажем так, внимание. Если видео оказалось для вас полезным, то не забудьте поставить лайкусик. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь, тем более, что в сентябре будут розыгрыши 22-й фермы. И чтобы все это дело не пропустить, то да, подписывайтесь, конечно же. На этом, друзья, у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Дилей. Всем покаки.